Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и, в общем-то, качнул на один уровень Магнеперитора 24-го, да, потому его возьму. Также хочется взять Эдмонта Гуанодонта, он у меня 22-го уровня, у него есть прекрасная обилочка на него подменяющая, 66% шанс паралича, не 50%. Также есть 1,5 урона с нейтрализацией. В принципе, вот замедляющий удар есть, нейтрализирующий 1,5 урона и паралич 2 урона. Ну, в принципе, набор такой неплохой, но, да, уровень не очень сильный у него. Ну, чисто по приколу, для подстраховки, конечно, основные тащеры, это у нас Трики и Индораптор. Погнали. Начнем с Магнеперитора, наверное, он быстрый. Можно, ну, с Трики это было бы вообще надежно, но давайте начнем с Магнеперитора. Он иммунитетный, вот как раз против Синоцератопса отлично зайдет. У Синика есть паралич, потому нейтрализация, точнее, ну его паралич нам будет по барабану, и замедление это тоже очень важно. Давайте все-таки теперь двойной урончик пробьем, может, давай критониды и все. Отлично, ну, справляется вообще легко, да? Синоцератопс ему не ровня. Эрлик. Ну, Эрлик быстрее. Опять же, перезарядка. Нам двойной урон может прилететь. Что он может себя сделать? Ускорить? Давайте мы сделаем вот так. Может, паралич сработает? У него же иммунитета нет. Насколько я... Вот, сработало оглушение. Так. Попробуем его... замедлить, а потом запарализовать, если выживем. Если нас не кританут там как-то шибко сильно. Так, есть снижение скорости. Так. Ну, надо еще американам. Как там песенка эта? Папа американо. Так. Время линять. Так, хиляется, очищается и линяет. Правильно? Я ничего не забыл. Да. Вот, Магнеперитор. Он 2 урона выдержит? Наверное, нет. Да, блин, 2800. Ну, неудачно подменились. Что поделаешь, возвращайся обратно. Парам-парам-парам-пам-пам. Так, что там у него? У него все замедляющее. Все замедляющее. Опережающий. Он мне может занерфить, типа. Ну, давайте. Куда там уже меня замедлять больше, чем я и так замедленный? Валим. Ну, прикольно, да, но если бы у него был максимум здоровья, в принципе, вообще было бы, наверное, шикарно. Но, опять же, нужно очищаться, потому что если мы его сейчас не пробьем... Ой, блин, я что-то думал, что я буду вторым ходить. Ну, очищаться я вот против этого хотел. Ну, не вижу смысла здесь терять, как бы, опережающий удар. Ну, ходить, типа, он нас вряд ли пробьет за раз. А мы бы теряли ход. На невидимости опережающий... О, пятерочка, нормалек. Ну вот так вот, в общем-то, по изичу зашла эта башенька. Единственное, что Магнеперитор, да, немножко не хватило ему, чтобы выжить. Ну, а Эдмонд вполне себе неплохо смотрится. Да, новые существа вообще крутые, даже несмотря на то, что они уровнем, как бы, не уникальные гибриды. Там что, 60 тысяч было обычных дилофазавров или 6, мне показалось?
Ну и эрлики. Оу, ребятки, здесь такая фигня появилась. Против ИИ. Без трофея можно посражаться. Давайте пойдем посражаемся. Я-то не против, чтобы не ждать там, пока кто-то найдется. Давайте просто. Чё, прикольно. Награды что будут давать? Будут. Так, вот такая вот у меня компашка. Так, а у ИИ будут прокачанные динозавры? Да, прокачанное здоровье. 27 уровня джунгариптор с контратакой. Так, что у него там есть? Замедления нет. Валим. Двойной урон. Ха-ха, с критом. Круто. Следующий. Так, обычный, вкачанный трисератопс, чудак. ИИ против каких-то лохов выставляет. А, вот, то есть... А, задержка. Есть у него был паралич. Так, давайте уйдем в инвиз, если вдруг он нас запарализует. А, у нас иммунитет, чуч. Блин. Ну ладно, я его все равно не пробил. Давай ту аромолох. Ну, если бы не кританул, правда. Блин, казалось бы, да, редкий триц, а да у него-то два удара с параличом, и они неплохо отработают. Ну? Можно я похожу? Вот это я затупил. Не учел броню. Блин. Ну. Молодчинка. Ах ты гад. У него паралич, вы чё, он перманент... А, 75%, ребята! Неплохо он раздает, да? Обычный. Блин, чем плох? Я в такого тоже не против. Раздавал неплохо. Так, Диларанич. Не знаю, правда, насколько у него здоровье вкачано. Так, а что у него? Ой, больно бьет. Давай свалим от греха подальше. Ага, свалил. Подменился очень удачно. Вот кто у меня есть. Так, а что мне будет прилетать сейчас? Снижение урона, я так понимаю. Давай так. Ага, паралич даже. Но не сработало, это нам фартануло. Ну, прикол сражаться с ИИ, там, видите, как, какие угодно динозавры может быть. Это, в принципе, даже интересней. В некотором смысле, потому что с живыми игроками там у всех одинаково. Практически у всех одинаковые динозавры. То есть, ну, все качают только топовых. А вот ИИ позволяет нам инкубатор заработать и сразиться с кем попало. Там трампам-рампам-пам. Так. Ну, пусть будет шинкователь. Против шинкователя. О, давайте сравним. Он 23 уровня. Сколько там у тебя? 2600 на 1300. Ну, клацайся. 2600 на 1300. Он имеет почти такие же показатели, как у меня. И скорость у него вкачанная.
Но у меня уровень выше, я... Блин, тут я заболтался. Ну, кровотечение он нам не наложит. Так. А сейчас нам пора свалить. Блин, ну вот паралич. Вот, по идее, сейчас должен наложиться паралич на того, кто у него будет. Это неправильно. Что мой паралич ушел в никуда. То есть, ха-ха-ха-ха. Мое снижение скорости его не впечатлило. Мощная контратака, ничего не скажешь. Пора линять. Только не на Эрли Доминуса, давай. Ну вот, нормально. Нейтрализация хоть не убьет. Если кританет, то убил бы, наверное. Убил. Он быстрее меня был? Блин, печально. Эрлик. Паралич-то не сработает. Черт подери. Так, ну и пробил. Ну, по крайней мере, мы выманили сильный удар у него. Так, ну бороться с его скоростью штука бесполезная. Мы не сможем забрать, но можем убить. Так, поставлю этот, и вот еще у нас есть награда. Оу, насыпало немножко.